Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года, стадия 1/8, матч Япония против сборной Хорватии. Обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру, интересно будет потом прочитать комментарии и сверить их с реальными результатами. Ну что же, интересные две команды, особенно Япония, потому что сенсационно она, во-первых, вышла в плей-офф, это первое. Из такой еще и группы с Испанией и Германией, а во-вторых, еще из первого места. Японцы набрали 6 очков, обыграв сборную Испании и сборную Германии. Ну и вот проиграли аутсайдерам этой группы, костариканцам, но, как мы видим, против Хорватии трудно было им начать, потому что на 32-й минуте уже хорваты выходят вперед. Вот такое вот очень странное через текстурку празднование Луки Модрича, но капитан забивает, выводит свою сборную вперед. Сборная Хорватии тоже для многих сенсационно отдала первое место сборной Марокко. Могли многие предсказать то, что Хорватия займет второе место в случае, если бельгийцы займут первое, но бельгийцы-то вообще вылетели с турнира, но марокканцы показывают очень хороший футбол. Надеемся на то, что в раунде плей-офф тоже будут показывать. Но, как мы видим, японцы снова показывают свой характер и забивают на 65-й минуте, сравнивая счет. Но недолго музыка играла. Передача дошла до Пашалича на фланге. Пас немножечко назад на Модрича. На ложном убирает, проходит дальше. Пас на Ивана Перишича, и тот забивает и выводит сборную Хорватии вперед. 77-я минута встречи. Хорватия забивает. Ну, это последний гол в этой встрече. И Хорватия побеждает со счетом 2-1 и выходит в четвертьфинал чемпионата мира. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. We'll be right back.